Специальное предложение только сегодняшнего дня. Шикарная элитная шуба от бренда Артеса. Куртка-шуба под названием «Русалина» по цене только сегодня. И в подарок вы получаете чудесный палантин с брошью. Алина Виделгаус, эксперт телеканала «Шоп-н-шоу» теперь уже. Девочки, представительница бренда Артеса. Еще раз, мои хорошие, сегодня с нами невероятная шуба. Это шуба из эко-меха, это мой выбор. Сейчас вы на экранах видите съемки меня в моей реальной жизни. Я приехала на новогоднюю фотосессию. Я выбираю для себя черный цвет, он максимально универсальный, как, впрочем, и эко-мех сам по себе. Крой делает посадку великолепной. Ни одного лишнего грамма вы не увидите. Капюшон специально разработанный, чтобы превращаться в воротник-стойку. Посмотрите, я выгляжу просто как жена олигарха. Да, и, ну, слушай, я смотрю, ты вот и в повседневной жизни, да, шубу абсолютно выбираешь? Абсолютно, ты знаешь, удобно в транспорте, классная фурнитура. Посадка замечательная, я могу это носить и со спортивной одеждой, и с брюками, и с платьем, как на тебе. И эта модель просто на все случаи жизни. Друзья, и три цвета на выбор. Выбирайте свой неповторимый оттенок. Темно-синий цвет – это выбор нашей Татьяны. Благородный синий оттенок. А ведь это цвет Пантон сезона. Пантон – это институт, который изучает самые актуальные тренды и веяния моды. И именно в этом цвете у нас одна из шуб. Да, у меня темно-бордовый опьяняющий цвет. Посмотрите на него со всех сторон. Как он блестит, как он переливается, этот мех. Чувствуете эту нежность? Бордовый цвет – это мой выбор. Да, он невероятно красивый, такой рубиновый. Да. Так, а Олечка выбирает для себя классику – черный цвет. Слушай, вот скажи, пожалуйста, вот кому какой цвет ты больше посоветуешь, как эксперт? Ты знаешь, цвета абсолютно универсальные. Mm-hmm. Конечно, на блондинках черный смотрится бесподобно, поэтому Олечка и я выбрали для себя именно черный. Вот синий так. Потрясающе смотрится на ярких брюнетках, как Татьяна. Ну, а рубин темно-красный – это твой выбор. Ты всегда выбираешь все самое-самое привлекающее внимание. И этот цвет, созданный специально ко дню бренда. Его раньше не было, он появился только в сегодняшнем эфире. Ну что ж, друзья, сегодня при заказе куртки-шубы вы получаете в подарок от Алины Виделгаус, представительницы бренда Артеса, вот такой замечательный платок-шарф с брошью. За 6999 рублей сегодня представлена шуба с бесплатной доставкой в любой регион России. И если вы хотите, чтобы она стоила на 15% ниже, пожалуйста, воспользуйтесь картой Prime. Она сегодня нам дает возможность приобретения любых товаров со скидкой 15%. Если у вас еще нет карты Prime, закажите ее сегодня за 2599 рублей. Делайте свои выгодные покупки, присоединяйтесь к нам, к телеканалу Шоп-н-Шоу. Кстати, хотела тебя спросить, смотри, вот у нас широкий размерный ряд. До 74-го. Позволяет нам одеть всех пышных красавиц России. Подойдет абсолютно всем, потому что все размеры сдвоены. Мы шьем идеальные дистанционные покупки. Мы давно сотрудничаем с Шоп-н-Шоу для того, чтобы создавать классные модели, в которой вы точно будете чувствовать себя королевами. Так, а вот смотри, вот моя подруга, например, 62-го размера. Как и я. Вот, она уже 5 лет не может себе купить верхнюю одежду. В куртке черной ходит 5 лет и говорит мне каждый год: Оль, я в следующем году сошью, я в следующем году сошью. И говорит: Оль, не хватает денег просто на пошив. Говорит, это так дорого стоит. Это стоит очень дорого, потому что те, кто шьют, они же начинают считать количество ткани, а мы не меняем. В зависимости от размера нашей ткани, они все потрясающие во всех цветах. И очень важно посмотреть, как здорово сидит. Мы привлекли дизайнера, который специализируется именно на пошиве шуб. И спросили, как сделать, чтобы шуба была сногсшибательной, чтобы наши клиентки заходили, и просто было невероятно, и он раскрыл эти секреты. Да, друзья, ну а если вы потрогаете этот мех, он такой мягкий. Он такой нежный, он очень густой, главное, легкий по ощущениям. Помните, когда мы выбираем для себя зимнюю одежду, мы расстраиваемся, потому что это тяжело. И когда мы, например, собираемся на работу, доезжаем до работы, мы уже уставшие от тяжести. Эта шуба, она великолепна тем, что она невероятно легка. Посмотрите, как пушинка, воздушно, оп,
легенькая, но теплая, до минус 10 градусов. Нежный теплый мех за 6999 рублей. Звоните и заказывайте, партия ограничена. Это бренд Артеса, а значит, мы говорим о широком размерном ряде до 74-го. Скажи, пожалуйста, под куртку можно поддеть толстый свитер? Будет ли уютно? Совершенно спокойно, потому что мы предполагаем, что у нас есть разные регионы, и погода тоже может быть разной, поэтому мы закладываем достаточно свободы для объемных теплых вещей, и вы сможете смело ходить в минус 15. Но на самом деле европейская часть России уже не первый год, мягкая зима, и вот я ношу эту шубу именно сейчас, вы это видели в ролике, посмотри, какая объемная пройма. Здесь очень много места в рукавах для того, чтобы вы могли надеть теплый вязаный свитер, объемный, как сейчас это модно. И вообще дизайнер, который специализируется на шубах, открыл нам секрет, что широкий рукав – это всегда роскошь. Кроме того, еще один важный элемент кроя, ассоциирующийся с богатством и роскошью – это воротник-стоечка. Обратите внимание, наши милые телезрительницы, он объемный, потому что мы не жалели меха, и он уходит у нас еще и на внутреннюю часть, что делает его устойчивым. То есть вот он в таком состоянии и будет оставаться в период носки. Посмотрите, видите? Он очень упругий, классный. Если вы застегнете, фурнитура у нас очень благородная и дорогая, если вы застегнетесь, вы сразу закроете себе шею. Шея должна быть в тепле. Также многие пышные дамы пишут мне, какие капюшоны, Алина, я не хочу капюшон. Смотрите, как мы можем трансформировать капюшон, который является, кстати, нам отличным заменителем шапки. Смотрите, легким движением руки я убираю капюшон и превращаю его в воротник-стойку, столь любимый брендом Шанель. А Шанель – это вечная классика роскоши. Посмотрите, фактически это два в одном. Вы можете носить это и как с капюшоном, и как вот с таким богатым воротником. Алин, угодили всем нашим телезрителям, те, кто любит шикарные воротники, и те, кто любит капюшоны шикарные. То есть, смотрите, универсальная куртка-шуба чудесного кроя, свободная, комфортная, до минус 10 градусов, очень нежные, приятные по тактильным ощущениям. Одним словом, это идеальная покупка с бесплатной доставкой. До 74-го размера мы сегодня вам представляем куртку «Русалина» от бренда «Артеса».